На борьбу с городской грязью выходит 4 единицы новой техники, вакуумные комбинированные дорожные машины, а также 2 автомобиля, произведенные Липецким заводом коммунальной техники зимнего и летнего варианта под названием «Чистик». Новая техника обошлась в 12,5 миллионов рублей. Преимущество уборочных машин – масса. В зимнее время «Чистик» распределяет противогололедные материалы, летом подметает мусор и моет дорожное покрытие и ограждения. Комбинированная дорожная машина летом будет использоваться как самосвал. Вакуумную машину по эффективности уборки сравнивают с домашним пылесосом. Ночью будут они промывать, утром наши любимые городские кошки, бухера, будут эту пыль с краев собирать. Это, значит, увеличит объем убираемой площади тротуаров за смену. Уборочные площади в городе очень большие. Конечно, говорить о том, что у нас пойдет определенное замещение, это правильно, но тем не менее, с учетом потребностей в механизированной уборке, это безусловно усиление.